Вот такая машина. Volvo VN670. Покупка White Truck стала новым ключом к развитию Volvo. И по сути тяжеловозы от Volvo пользуются в Америке популярностью. Все сделала Volvo. И по сути Volvo является второй маркой в мире по производству грузовиков. А на Европе это лидер. Да, конечно, легковые машины она прокакала, но грузовики это круто. А почему так? Да, все очень просто. Ну, мы сейчас катаемся на слипере, а так и совместно с Renault, кто продает Mach в Америке, плюс Nissan Diesel, вы поймете результат. И это результат глобализации. Я не буду вам втирать, сколько таких машин, но консорциум вам дает понять, что большая часть автомобилей тяжелых это оттуда. Теперь про эту машину. И вот один из таких наиболее интересных агрегатов на сегодняшний день. Белый крейсер под маркой самца. Это Volvo. С пробегом 664 тысячи километров. И с замечательным двигателем Cummins 15 литров объемом. Ну, 6 горшков, знаете ли. Я вам сегодня хочу показать подкапотное пространство этого вольвешника. Так вот, мы специально двигатель не глушили. Вы можете посмотреть, вискомотор работает. Все ремни крутятся. И, а теперь самое интересное, 14 литров, да? Как-то нам показывали эталон. Эталон автомобильных двигателей от фирмы BMW. Так вот, сбалансированность этих дизелей меня более чем удивила. И я специально положил руку на крышку 24-клапанного двигателя. Да-да. Так вот, никакой детонации и практически полное отсутствие вибрации. Ну, плюс ко всему, если вы уж такой продвинутый человек, вы можете специализированными присадками отработать этот автомобиль, ну, точнее, двигатель. И вы будете кататься и еще 6 миллионов 640 тысяч километров, без вопросов. Теперь небольшие рекомендации непосредственно, ну, водители постоянно смотрят, то есть им рекомендации особо не нужны, хотя небольшая ремарочка все-таки будет, это условия работы с коробкой. Вы нажимаете сцепление только при начале движения, потом, ну, буквально сзади научитесь, нет проблем, и едете дальше. Теперь рекомендации для руководителей. Да, наконец-таки, и вы тоже начали понимать, что автомобиль, который предназначен возить спокойно 40 тонн груза, 20 тонн везет легко по всем перевалам, при этом расходы, вот этот данный агрегат скушал во время путешествия с Петербурга до Магнитогорска, 33 литра на 100 километров солярки, да, нормально? КамАЗ кушает до 50. И вы приобрели себе такой автомобиль, ну, и забыли про все проблемы. Особенно вы об этом забудете, если посадите за руль, ну, двух настоящих драйверов, которые не являются юзерами и тем более не являются факерами-хакерами. То есть они относятся к автомобилю с должным вниманием, и, соответственно, вы забыли про все проблемы. Каминс или Детройт? Ну, мощность круче некуда. Такие машины везут от 40 тонн до скольки, я не знаю. Если это равнина, то видала такие штуки и к прицепу прицепляемые несколько фур. Такая мощь-то, простите, обалдеть. Благодаря мне, кто себя не похвалит, мы залезли на сайтик, договорились с фирмой Volvo, напрямую с Америки, между прочим, никого там дилера не подключали. Все, заказали аппаратуру. Вся диагностика здесь есть. Настраивать вы можете автомобиль сделать чуть более мускулистым или чуть более экономным, нет проблем. И все. Запчасти то же самое. И теперь и еще о преимуществах. Американских тягачей. Это их относительная нержавеемость. Потому как половина запчастей кузова сделана из композитных материалов. И при этом они очень-очень прочные. То есть, ну, вот эти сквозные раны на этом автомобиле вообще не появится никогда. Для автомобиля, который оборудован гидроусилителем, полным комфортабельным салоном, в том числе два спальных места, автономная система запуска вентиляции и кондиционирования, а также двигатели. А, и еще об снеге. Вот кнопочку можно нажать и включаем блокировочку. То есть на перевалах при разумно выбранной скорости обгона, ну и движения, соответственно, вам проблем не будет никаких. Машина заводится всегда. И что бы я хотел в заключение сказать? Да побольше таких автомобилей. Volvo, Freightliner, Kenwood, International, да любых американских. Потому как эстетически они смотрятся прекрасно. Ездят они великолепно. Никакого геморроя и приколов там, ну, на вашу там очаровательную попку они вам не принесут. А что еще? И без сомнения эти автомобили проходят под все лизинговые программы. Так что особо напрягаться вам не надо.
про цену такого агрегата. Блин, мужики, но ценой до миллиона может заинтересоваться и девушка. Потому что кто будет за рулем, так это абсолютно нету разницы. Меняйте масла и ремни, катайтесь. Теперь как она ездит? Я по неопытности, повернув руль вправо, раздавил Pontiac Firebird. Хохма была, но такое случается. Средняя ось при таком повороте просто стирается. Это круто, конечно, но кто бы мне сказал? Все остальное зашибись. Конечно, хорошо, когда передняя ось под жопой, но тряска идиотская, здесь круче, спокойнее. И может такое и случиться, что я возьму себе тягач. Сзади на тягач поставлю огромное спальное, не только спальное место, там еще можно много чем заниматься, и буду путешествовать. Теперь про цену и про солярку. Если поставить себе метан, то цена вопроса сопоставима с ценой бензина на легковушку. Но качество это пипец. Ни в одной машине легковой такого не будет. Кроме, естественно, американских венов. Жалко, конечно, но блин пасхальный, почему такие таможенные процедуры включаются, я не понимаю. Почему машина, кое 20 лет, стоит как половина новой, а? Так что хрен вам, куплю себе тягач, переделаю и буду перемещаться спокойно. Единственный проблем с это поворот. Проходить надо с большим размахом.